уже тогда. Это другое. Когда ты понимаешь, что ты делаешь. Ну, осознанно понимаешь, что это даст возможность тебе более качественно строить свою жизнь. Понимаешь? Так, наверное? Иначе где-то ты делаешь какие-то, может быть, не те вещи, которые приводят к таким последствиям трагическим, не только по отношению к тебе, но и к окружающим людям, это которые да. могут... то есть последствия, которые приводят к окружающим людям, которые в корне могут изменить всю твою жизнь. Да все может измениться, наверное, поэтому надо радоваться. Да, надо радоваться и, заканчивая наш сегодняшний... И не мучить кошку. Рассуждение, да. Мы... Не мучить кошку. Мы хотим пожелать всем пытаться совершенствовать... Нет, не хотим. Мы хотим здоровья, счастья, любви, процветания, благополучия, чтобы Влад, хочу и могу слово, да. было, совпадало. И желаемое, чтобы совпадало с неизбежным. Согласен? Абсолютно. Чтобы наше желание совпадало с нашей возможностью. Видишь, какой он верный, он тебя уважает, тебя видишь. А почему он тебя уважает? Кто? Потому что он гость в твоем доме. Повезло. Видишь, как тебе повезло. Вот так вот. А сейчас бы как бы не сказал, не согласился бы с тобой, в следующий раз не придет париться. Или выгонит из дома, или я не приду. Скажешь, вот, ты да. теперь твой дом, мой дом, да, ты же сам говорил. Все оформим, надо юридически. До новых встреч. В следующую субботу. Спасибо, спасибо.